Химках открыли четвертый пункт сбора гуманитарной помощи. Его оборудовали в баскетбольном центре. Это одна из самых удобных локаций с точки зрения логистики. Грузовые машины могут беспрепятственно проезжать на просторную территорию. Принести вещи можно по будням с 9 до 19 часов. Сегодня пришло очень много химчан, принесли новые вещи, принесли чистые вещи, ну, все постиранные, ухоженные. Спасибо большое тем, кто уже участвует. Я прошу наших химчан оказать помощь. Такая возможность у кого есть. В основном приносят чай, кофе, воду, средства гигиены и бытовую химию. К сбору вещей для беженцев и тех, кто остался на территории ЛНР и ДНР, активно подключились и бизнесмены. Сейчас мы принесли постельное белье и вещи. Также у нас готовые игрушки для детей. В центрах сбора помощи дежурят волонтеры. Они принимают и рассортировывают вещи. Сейчас в Химках работают 4 пункта сбора гуманитарной помощи. В ресурсном центре волонтеры Подмосковья, в отделении партии «Единая Россия», в микрорайоне Подрезково и в баскетбольном центре Химки.